Всем привет из Пятигорска. Сегодняшнее видео будет посвящено обзору птичьей выставки в городе Пятигорске. Итак, начнем, пожалуй, с первого ряда. Комментировать особо, может, возможности не будет, но сниму, что смогу, что получится, что разрешат. Вот такие, значит, тут куры есть. Ты не помнишь? Они все крепкие, все здоровые. Вот здесь есть местные канарейки. Тут уже пустая клетка. Красавцы, петушки. Кролики вот тут, мясо. Также здесь много голубей. Я думал, эти с моих. Вот волнистые, шебутливые. Камера трясется, руки замерзли, холодно очень. Вот кролики. Вот совы. Ёжик. И кошки. И здесь чижики и щеглы в одной клетке. Горлицы, вот горлицы. Вот шиномонтаж тут даже есть. И это петушок. Беспонтовый гребешок. Это вот павлины. Это какие-то куры. Тут маленькие кролики. Уточки. Жалко. Вот символ года. Красавец. Thank you.
Бокан. Вот ловушки для птиц есть. Там в дальней клетке юрки, красивые птички. Вот местный коноровод. Я, пожалуй, у него себе куплю самочек. Уже, наверное, купил, потом принесу. Дома покажу, сниму видео. Сейчас покажу, у него очень красивые самцы, мне понравились. Вот даже лисы здесь есть. Да, пойду пройду. Ну, в общем, вот такой вот краткий обзор выставки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. До скорой встречи.